Никита, как вы видите, прямо сейчас с мячом. Отдает передачу в центр, ну и лучший бомбардир товарищеских матчей. Морозов бьет по воротам, и Харитончик... Или Харитонович? Не помню, кажется, Харитонович. Да, Харитонович Алексей. По-прошлому, как правило, играет один высокий, грузный нападающий второй и быстрый шустрый. Сегодня два одинаковых. Леонович пробил, свалился мяч, хотя траектория была очень даже неплохая. Попади, возможно, были бы проблемы у Лопоуха. Кто? Демченко очень любит с путила играть в пас, но в этот раз игнорирует Антона. Артема это скорее про Быкова. Бегунов, путила. Замаха Демченко, удар, и мяч залетает в ворота. Недавно говорили про забитые мячи от Никиты. И Никита, пускай и после того, как поскользнулся, но тем не менее, отправляет мяч он в сетку и выводит Динамо вперед на 14-й минуте. Подача с углового и Морозов. Там еще добивание. Рукой сыграл игрок. И будет пенальти. Харик против Быка. Разбегается Быков. Бьет и чуть сетку не рвет. Идеальное исполнение Артема Быкова. 2-0. Динамо ведет матчи против Белшины. Один мяч забил Никита Демченко, второй и Артем Быков. Два игрока центральной зоны. Команда выйдет на естественный газон, а там Антону, конечно, привычнее себя проявлять. Белшина, отбор на чужой половине. И так долго принимал решение. Скшинецкий. Пас налево, удар, рикошет. И даже, возможно, в руку попал игроку Минского Динамо. Угловой зарабатывает. Пас центра на калятку, он ошибается. Морозов, но Зумахи убирает защитника. Красиво, удар по воротам. И Харитонович. Вот это Морозов. Сыграл как Криштиану Роналду. Криштиану Морозов. Упражнение, обыгрыш один в один. И я был против Руслана. Из 10 раз мне не удалось его ни разу обыграть. Но пока пас налево на Морозова. Морозов врывается в штрафную, простреливает. И где же Бакич? А Бакич был метром левее. Классный пас от Артема Быкова. И Бакич получает мяч. Перед ним весь левый фланг. Бакич сам уходит вперед, бьет. И почему он так игнорирует сегодня партнеров, никто не знает, кроме Бакича. Но наш первый тайм заканчивается. 2-0. Минская Динамо везет в поединке против Белшины. Команда играет неплохо. И у нас 4 замены после первого тайма. Джоза, посмотрите, какая скорость у легионера. Замах и, может быть, удар, нет, передача. Удар! Добивание, и Владимир Хвощинский, который только что вышел на поле, уже забил. Вот видите, Скрипченко посадил на замену лучшего игрока прошлого сезона в Беларуси. И он вышел на замену и через пару секунд забил. Давайте послушаем, как его поддерживают. Без мяча всю игру. А вот так вот. Подарили Сеню мяч. И даже три игрока в поддержке. Леонович. Ему нельзя давать бить. Он бьет по воротам. И Шпаковский включается в игру. Хорошо вышел на замену Шпаковский. И это первый сейв для голкипера. Очень уверенно сыграл на замену. Во-первых, видна его взрывная скорость. Он как ракета мчится. Михаленко. Даже не ракета, а пуля. Михаленко пробил в дальний. Не знаю, чем был недоволен Биончик, но смотришь по этим матчам за Динамо профессиональную карьеру, как центральный защитник в энергетике. Уже затем его переделали под атакующего. Демченко бьет, и суперсейв Харитоновича. Заход на дубль. С левой ноги плотно пробил Никита, но хорош Алексей. Вакулич, Джозеф. Классно, на Быкова, Быков. Еще один неплохой пас уже на Дубенца. И Джозеф с левой ноги прикладывается. На ногах он что-то подсказывает, эмоционирует. Да вот рыбак особо не включается в игру. Джозеф получает мяч. Пас! И вот это сейвище! Вы это видели? Или не было касания? Нет, просто до выскиба промахнулся. Но мне показалось, что все-таки Харитонович коснулся. Неярко сыграл. Михаил, это розыгрыш. Центр, передача, удар. И Шпаковский для журнала прыгнул. Красивый сейв вратаря. Специально еще так ногами
доработал. Моментов там на самом деле море. Может быть, не моментов, но вот предпосылок. Смотрите, Джозеф, что опять нам вырисовывает. Джозеф. Как же он хорош во втором тайме. Девескиба налево. Дубинец получает мяч. Обыгрывает Дубинец. Бьет обводящим. Дубинец. Каков же монстр слева. За Динамо играет. И как Криштиану Роналду. Радуется. И сердечко еще, наверное, мне отправляет. А может быть, болельщикам на трибунах. Ну, молодец. Под нападающим. И Владимир Хвощинский получает мяч. Один в один будет обыгрывать? Крутанул вокруг своей оси, обыграл защитника, ворвался Владимир! И пробил мимо ворот. Вы бы слышали сейчас овации на трибунах и как они поддерживают Владимира в похожем стиле. Вилшина, удар по воротам и снова Шпаковский. И снова по красоте действует вратарь. Я говорил, что Лопоухов в Буфоне еще, но судя по всему... У нас Шпаковский, Тафарелище.